Информационный марафон стартовал в отделении Пенсионного фонда России по Чувашии. В ходе его будет разъясняться пенсионное законодательство людям с ограниченными возможностями. Информация длиной в год поможет людям больше узнать о своих правах и своевременно реализовать их, уверены специалисты фонда. Республиканское отделение Пенсионного фонда активно участвует в программе создания безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Начиная от строительства пандусов во всех офисах и заканчивая выездными приемами. Мобильные офисы открываются в удаленных населенных пунктах. По просьбе инвалидов возможен и прием на дому. Роза Алексеевна отметила, всю большую популярность приобретают приемы в режиме видеосвязи. Пока это возможно из офиса фонда, а в ближайшее время планируют наладить связь с маломобильными гражданами по скайпу. Всего же среди клиентов Республиканского отделения Пенсионного фонда около 92 тысяч инвалидов, получающих пенсии и ежемесячные денежные выплаты. Если посмотреть по темпам роста пенсий, за последние только два года размеры пенсии увеличились у инвалидов более чем на 20%. А размеры ежемесячных денежных выплат на 12% увеличилось. Значит, Пенсионный фонд одновременно является вот органом, который предоставляет федеральным льготникам меры государственной социальной помощи. Это в виде ежемесячных денежных выплат. И, значит, у человека есть право на набор социальных услуг и право получить денежный эквивалент вместо вот этого набора социальных услуг. Большая часть обращений в Пенсионный фонд приходит в электронном виде, причем не только от инвалидов, хотя для последних это особенно удобно. Необходимую информацию об услугах Пенсионного фонда и сами услуги можно получить на соответствующем портале. В частности, через портал госуслуг предоставляется информация о состоянии индивидуального счета в системе пенсионного страхования, принимаются заявления о вступлении в программу государственного софинансирования пенсий. Роза Кондратьева напомнила, софинансирование – реальная возможность увеличить пенсионные накопления. Если человек вступил, сегодня он вступит, для него эта программа 10 в течение 10 лет софинансирования. Поэтому самый последний срок до 1 октября следующего года человек должен успеть вступить в нее и заплатить. И тогда он, если он в эту программу попадет, он может в течение 10 лет. Так мы поэтому считаем 23-й год последний срок. Кроме того, Пенсионный фонд в этом году вложил свыше 25 миллионов рублей в социальную программу Чувашии. В частности, были капитально отремонтированы 6 домов престарелых, приобретено 9 автомобилей для мобильных бригад, оказывающих социальные и медицинские услуги. Елена Гальперина, Николай Яковлев, Республика.